Доброе утро всем, дорогие друзья. Сегодня у нас безмотылка весенняя, часть вторая. Приехал я на рыбалку в компании с моим другом Александром и Михаилом, он дальше сидит. Значит, Саша сейчас только что под лещечко поймал небольшого. Грамм, наверное, на 200-250. Ну, а я вот закормил 9 лунок. Сейчас попью немного чайку, отдышусь и начну рыбалку. Ну вот, как я и сказал, Сашина рыбка. Это первая твоя, да, Сань? Хорошая заплаточка. На какой тряс взял? Быстрая амплитудная, амплитуда большая или маленькая? Средняя амплитуда. Чертик большой у тебя, Сань? 0,8 грамм, а по сантиметрам небольшой. Ясно. Ну, то есть, как бы рыба у себя проявляет. Опа! Запечатлел. Окунек, может? Окунек. То есть, ты сначала драконишь немного по дну. Оп, оп. Видел, да? Видел, да. Ребят, примянка у меня сегодня вот такая вот. Большой мормыш. Леска 0,12. И кивок. Из бутылки. Эх, ушла. Рыбка-то была хорошая. Вот она рыба, да. Вот она клюнула. Рыбочка. Хорошая.
Ух ты, лещ, лещ, лещ. Лещ клюнул, лещ. Вот так вот. Хороший. Клюнул. Взял мощно. Вот это да. Вот. Еще один. Опа. Подлещик попал, ребята. Обанс. О. На необычный тряс. Хорошая рыбка. Ну, рыбка, ребят, хорошая. Опа, подлещичек. Бьется, бьется, бьется. Давай, 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 иди сюда, иди, иди, иди. Вот так. Эх, рукав намочил. Ладно. Фух. Сейчас выжмусь. Снова в бой. Бабочка, иди сюда, милая. Бабочка летает, смотрите, что. Ребят, бабочка, смотрите. Бабочка летает. Вот, ребята, еще рыбочка попала. Хорошая, хорошая, хорошая рыба. Подлещик, наверное. Опа, уходит. Да. Ух.
Вот так. Под лещичек. Еще один. И снова на проводку с тупым углом. Работает сегодня хорошо. Кто там попался? Окунёк, что ли? Да. Конёчек. Хороший. Ребят, ну что, пришло время подводить итоги нашей сегодняшней рыбалки. Вот такая вот рыбка у нас сегодня была. Под лещичек на 630 граммов. Ну и заплаточки. Ну и окунек вот сейчас вот последний клюнул, еще тоже хороший. Значит, работала проводка такая хорошо. Во-первых, был мурмуш большой в шраме. Какая проводка работала? Работала проводка, когда между леской и сторожком был большой, то есть, ну, тупой угол. То есть мормышка буквально долбила, можно сказать. Вот. Такая проводка привлекла рыбу. Другие способы проводки на подлещика вообще почему-то сегодня никак не работали. Поэтому вот один из способов соблазнения такой вот хорошей, красивой рыбы. Я думаю, что весенняя безмотылка, часть вторая, подлещик полностью подошла к концу. А я сейчас, наверное, сфоткаю улов и вот этого вот барбоса отпущу. Вот такие пироги. Ну ладно, ребят, спасибо, что смотрите. Ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, если вам кому-то что-то не понравилось. Ну а мне пора собираться и ехать домой. Так, ну что, жить хотите, барбосы? Опа! Ай, уколол. Пойдешь домой? Ууу, как быстро убежал, смотрите, качок. Домой хотите? А, ребята? Нет? Ну ладно. Берем рыбку домой.